Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю сообщество MyGameEngine, и мы продолжаем изучать GameGuru. В этом видеоуроке мы научимся добавлять объекты и редактировать их настройки. Что ж, давайте приступим. Добавляем Add New Entity, и предположим, мы выбираем забор. Нажимаем где угодно, чтобы добавить, и видим, что он висит. Нажимаем на него левой кнопкой мыши, появляется редактор его осей, ну как, чтобы передвигать его. И, например, мы давайте его сместим вниз. Нажав на Rotate, мы можем его крутить. Нажав на Scale, мы можем масштабировать его по каким-либо осям. Нажав на Properties, мы можем редактировать его настройки. Причем камера фокусируется исключительно на нем. И зажатием правой кнопкой мыши можем перемещаться, дабы посмотреть, как это все дело выглядит. Здесь мы видим его настройки. Имя, его статичный объект или нет, скрипт, который используется для системы искусственного интеллекта, спавнится, создается, точнее ли он в начале, его статические функции и физика, а также звуки. Это можно разобрать самостоятельно, поскольку никаких тяжелых функций сейчас в движке нет. Давайте мы его уменьшим в размере. И передвинем к нашему деревцу. Мне захотелось, предположим, продублировать этот объект, но, к сожалению, сейчас я это сделать не смогу, поскольку движок на стадии разработки и не имеет некоторых функций, которые были бы важны. Поэтому я нажимаю дабл-клик по тому же объекту, создаю новый и проделываю те же самые нудные действия второй раз. Ну что ж, получилось довольно неплохо. И теперь мы добавим каких-нибудь еще объектов. Кстати говоря, при добавлении нового объекта, который был ранее создан, сбрасываются все настройки к умолчанию. Получается, что нам нужно настраивать его заново. Добавлять флору и фауну, соответственно, можем через нужные категории. В разных категориях еще расположены, помимо растений, животные. Предположим, мы можем использовать вот такой кустик, который еще в свою очередь анимирован. Но анимация пока скудная. Толком-то ее не видно. А при редактировании анимации вообще может выдать ошибку. Ну, не ошибку, а она перестанет анимироваться. Поэтому пока можно оставить все как есть. Поскольку разработчики обещали что-то улучшить, будем ждать. Добавлять, предположим, и птицу из пака Medieval. Нажимаем двойным нажатием. Вот у нас получается птичка, которую мы где-нибудь разместим. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Вот. Она хочет, я так понял, где-то сидеть. Или что это вообще? Ну ладно, опустим этот момент. В принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Только что я вам показал, как добавлять объекты, разбираться в их настройках и что мы можем делать на текущий момент с объектами, с их настройками. Что ж, спасибо еще раз всем за внимание. С вами был Максим Епихин. Я представляю сообщество MyGameEngine. Надеемся, что урок вам понравился, он был полезен, и вы что-то для себя подчеркнули новое. Давайте изучать вместе GameGuru и станем крутыми разработчиками. Всем спасибо, всем пока.